Пошел на повышение, покупая элитную недвижимость в Киеве. Корреспонденты программы журналистских расследований выявили сотрудника Департамента защиты экономики нацполиции, который за последний год приобрел несколько квартир и дом в столице. Кто это и на кого оформлено все, что нажито непосильным трудом? Подробности в сюжете. Игорь Звездин, замглавы Департамента защиты экономики нацполиции. После переезда в прошлом году в столицу и повышения по карьерной лестнице приобрел несколько элитных квартир в Киеве, Днепре и таунхаус в Вышгороде. До этого в течение 3 лет его родственники также приобретали дорогую недвижимость. В период работы в Днепре теща Звездина купила квартиру в новостройке. На отца в 2015-м чиновник оформил квадратные метры в центре столицы и только в этом году переписал их на себя. Антикоррупционеры говорят, это одна из схем, по которой нечистые на руку чиновники скрывают свои доходы. Они переписывают або, відповідно, оформляют угоди на своих родных, близких. Это может быть даже, мы стикалися с таким, что это и сусід, это может быть близкий, знакомый, товарищ, на якого оформляются угодою право власності на те чи інше майно. Згодом, після того, якщо чиновник звільняється з апарату, або якщо правоохоронець уже по строку завершения службы идет на пенсию, это майно ему передаются. Проверить таких правоохранителей можно по декларациям, утверждает Игорь Бондарчук. Сравнив доходы за последние годы, можно определить, насколько обогатился тот или иной чиновник, после чего выяснять законность нажитого имущества. За невнесение або неправдиве внесение відомостей – это криминальная ответственность. Предбачено, відповідно, штраф до 2500 неподатковных минимум доходов граждан. Кроме того, с позбавленням права занимать посады керівні в органах местного самоуправления, в органах державної влади, правоохоронних в том числе. И, кроме того, это позбавление воли на срок до 2 лет. По мнению антикоррупционеров, в последнее время число незаконно обогатившихся полицейских значительно увеличилось. После реформы только в официальной статистике количество копов, пойманных на взятках, выросло. К примеру, в прошлом году в 1,5 раза до 200 человек. Однако число наказанных при этом уменьшилось в 3 раза, всего 16 блюстителей порядка и законности. Если среди них правоохранители, занимающие топ-должности, в МВД не комментируют. Александр Васильченко, Вячеслав Фролов, подробности, телеканал «Интер».